интересно, что это за девчонки? Рвали на куски, сука. Покрытие. Это экскурсия. Экскурсия, да? Работа, да нет. Да, да. Старший, вот ты. Да. Это же... Юнайтед. Сама постановился. Ну, сейчас мы из Владимира едем. Да, у нас там просто вы долговато. Мы посетить жителей пансионата пригласили к половине третьему на мероприятие. Да. Поэтому мы как раз половина третьего. А мы хотим, не мероприятием это сделать, а просто пообщаться. Встреча вот мы хотим просто... Да, мы привезли подарки, во-первых. Да, сейчас мы хотим, да, вот так делать. А то мероприятие как это? Как вы это видите? Ну, мы так это и видим. Экспромтом родили. Абсолютно. Ура! Вот это да!
слушайте, ну надо же. Валя. Доброе здоровье. Здравствуйте. Мы наконец-то добрались. Давайте друг друга поприветствуем. Уважаемые жители этого дома, мы рады приветствовать делегацию кинофестиваля у нас на родине, в Вязниках, правильно? Что они к нам приехали. Сегодня день закрытия, во Владимире тоже пройдет кинофестиваль. Поэтому, наверное, вы сами, да, тут представитесь. Да, конечно. Наверное, в такой домашней обстановке да. Мы с вами проведем беседу. Мы так рады вас беседу. Видеть. Ой, какие вы все замечательные. Какие красивые сидите. Вы знаете, здесь да, да, это да, удивительно. Да. У нас на большой площадке вчера забыли вот это сделать. Это у меня дочка такая хорошая. Что же вы ее так? Добрая, сердечная, что же ее так? И когда, это было 8 лет назад, и когда я встретила Олега, я очень волновалась, потому что он же главный герой, его все знают. Вот такой известный артист. И вот выхожу из гримерки, вообще волнуюсь, уже готова к съемкам. И вот смотрю, стоит такой паренек. Вроде какой-то небольшого роста. А меня сведет на нем вагоны золотые. Thank you.
Всех вот и тянут нас в какую-то там на обочину, а нам надо держаться противоположного. Начинаем этого придерживаться, и все, мы опять идем по дороге здоровья. Это вы назад зашагали. Вот. Да, вот сейчас вперед. Я, может, вообще тоже хочу остаться. Пошли, ты скоро поздоровался. Спасибо. Даже в том числе ты ходишь со мной. Увидишь себя. Понравилось мое стихотворение? Да. А как тебя зовут? Восемь. У меня такая дочка с семьей. Ты его старше. Киска тебе показывала, да? Да, шишку кто набил. Если в следующий раз тебе будет платье хорошее.
своего вырастет уже. Мы не успеем догнать. Абсолютно. Ну, вот это сейчас уже в области, ребят,
тоже активная, деятельная, да. И, кстати, очень творческая. Она любит, настолько она любит русскую песню, культуру очень приличную, вышла на другой план. Это вот у нас очень рад. Почему мы ее не видели? Она не могла сейчас смотреть. Она очень помогала нам. Все вопросы мы решали через нее. Сил и она. Тренер по футбольной команде с этой
стрелочек. И дырочек не говорит. Благодаря тому, что вы написали, потому что в Чернецу там люди так нахуй. Мы их начали делать. Начали кормить своих футболистов. Они забирались быстрее. И благодаря этому выиграли какое-то местное там соревнование. Этот тренер приехал, мне поблагодарить. То есть вы можете сделать что-то. И можете выявляться с ним всем. Проверить. Что это? Ну, не любим это попадать тем, что что-то из себе применять. И будет по стороне расти. Чай пошел. Чай пошел. Скажите, пожалуйста, а вот что будет в России? Что ожидаешь? Как вы это видите? Что вы как развитие? Наши артисты приезжали, а чтобы что было? Что привезли видео программу платил? Да, они говорят, сами они говорят, просто приезжайте. Не надо только подарок. Я просто человек, я считаю, что это Извините, вы на шрафу, я возьму.
вот так. С собой я точно. Москва, вот я говорила по дороге, ну, я говорила, там может быть Москва, здесь другое место, но сейчас я знаю это точно, сейчас программа выделяется. А дресс-код у них, посмотрите на дресс-код, белый синий. Просто. Я говорю, вот для нас, а они говорят, да нет, говорит, мы каждый день...